Ну что, дамы и господа, я приветствую вас на канале с Ванечкой, с нашим подписчиком в прокачку инвентаря. Меня зовут Мансур, мне 14 лет, я с Казахстана. Ух ты. Раньше увлекался волейболом, сейчас забросил, потому что проблема с рукой одна была. В принципе, так-то после того, как забросил, был аккаунт в Ростендофе, я решил вернуться, играл, вот сейчас рейнджера апнул, потом слил с одноклассниками случайно. Ага, а зуб где потерял? А, да, короче. С камер выбил. Нет, в пятом классе вышел гулять, случайно ударился об брусья и сломался случайно. Ужас, жесть. Так, ну чё, короче, ребят, смотрите, кто попасть в геду в прокачку, должен быть подписан на канал, колокольчики, дискорд-сервер, телеграм-канал. И Мансур прям так к нам в прокачку и попал. Давай посмотрим твой аккаунт, Ваня, давай оценивай, смотри, у него пятый сезон. А я везде подписан, почему я не в прокачке еще не понял. Так, пишем в комментарии, прокачать Ваню или нет, а то давно просит, никак не могу. Друг друга можем прокачать, если что. Слушай, нет, слушай, да? Ну, да, а давай... сколько сезонов? Подожди, соревновательный поставь и посмотри, сколько сезонов вообще он отыграл. О, с первого сезона? С первого прям сезона. Слушай, хорош, да, прям... ты прям, да. Я играл там ближе к 19-му году, когда только стендов начинал набирать. Нифига, 1630 часов у малого стрит, 29, КД 1.19, слушай, неплохо. Так, ну, мне тогда теперь самое интересное, посмотреть, что у тебя на аккаунте, чего ты добился с 2019 года. Донатил в игру? Слушай, я у меня на самом деле на 75 часов больше, типа, я тоже с первого сезона играю. Да, не-не-не. Ну-ка, подождите, у меня сколько, я уже забыл. У меня 7004 часа уже на аккаунте. Но ты игру не закрываешь просто. Не, я, кстати, да, я как бы играю, стримлю много, да, у меня этот аккаунт один-единственный. И да, бывает, что не закрываю игру, но сейчас, последний месяц, я прям закрываю. То есть уже не парюсь, выключаю, закрываю. Короче, пойдем смотреть твой инвентарь. 160 голды, слышь, а зачем тебе прокачка, у тебя же голда есть. Ну, нужна прокачка. Ты видишь, у меня ножа даже нет. А ну-ка, давай посмотрим. Ля, нифига себе. А, Gold Pass, ты что, проходишь? Нет. Не купил Gold Pass, сколько у тебя уровней? 26 уровней, да, у тебя на аккаунте? Слушай, неплохо, неплохо. А может, ну, затарим Gold Pass? Может, ну, посмотрим. Если лайков много соберем, мы ему возим еще Gold Pass на аккаунт. Почему бы нет? Нифига себе, прокачки X2 просто. Еще и голды сейчас прокачаем. На стенд фейл пойдем. Ребята, ссылочки будут все в описании. Нет, в закрепленном комментарии. Промокодик вам там оставлю. Не забываем смотреть. Ну что, я предлагаю, погнали на стенд фейл. В принципе, у него инвентарь. Ну капец, ни ножа, ни аркана, ни перчаток. Ну. Так, короче, в общем, чё, все, погнали на стенфейл. Будем сейчас с вами подниматься. Let's go и посмотрим, прокачаем твой аккаунт или нет. Итак, дамы и господа, я уже на стенфейл. Мы, короче, с тобой смотрим. Мы с вами решили, знаешь, что попробовать? Положить 1000 голды на аккаунт и попробовать зафармить тебе голдишки. С косаря до богача. С косаря до богача. Это знаешь как, с косаря до ножа, точнее, ну, прокачка на косарь. Но мы можем вывести 5 и 20, и керамид голд, может, и выведем. Я, конечно, не знаю, мы сейчас да посмотрим. Нет, мне. Итак, Мансур, как думаешь, куда пойдем? Какой пойдем режим? Может, краш? Сразу на краш? Серьезно? О, у меня есть предмет уже в инвентаре. И че, и какой коэффициент ты думаешь сделать? Давай, может, на 2. Ровно 2х? Да, ровно 2х. Так, забрать сейчас. Все, то есть так, до 2х, да, будем мотаться, поймать? Да. Ну, давай посмотрим. 1х, 1,2, 1,4. Ладно, не беда. Это бонусный был предмет. Это был бонусный предмет. У нас типа 1000 рублей все равно остается. Точнее, 1000 голды остается на аккаунте. Погнали. Че, еще раз краш хочешь попробовать? Ну, давай. Окей, сколько тратим? Мне там понравился другой режим. Ну, сейчас давай попробуем на краш. Давай за 200 возьмем кинчик. Давай, немножечко. Не будем сильно рисковать. Также на 2х хочешь? О, нифига, смотри. Мы только что... А, вот, до 3х. Давай, да, полтора. Давай полтора. А то 2х рисково. Сейчас еще, потому что сейчас еще может дать, а потом крашнет, скорее всего. Ну, может, да. Такое тоже может быть вообще очень, очень часто. 1,4, 4,1. Че не дала, слышь? Блин, в этом режиме тяжелее. Тут есть классный режим, где там есть классный режим. Вот с этим, это, с, да? Да. По-моему, другой режим. А какой? Этот, подожди. Где колесо? Тут 2х, 5х, 2х, 3х, 5х и 20х. Тут есть режим, допустим, дабл. Это черное, красное, зеленое. Потом у нас какой еще режим есть? У нас еще и режим есть диффьюз. Типа ты выбираешь. Есть режим минер. Нифига себе. Кстати, ребята, пока вот я здесь, пока не забыл. Не забываем в описании, точнее в комментарии, да, я закреплю промокодик. В общем, мы заходим, получается, на вот сюда. Не забываем забирать бонусы. Ежедневный приз, кстати. А, ну у меня закончилось, да, Ну, в общем, в бонусы мы заходим, да. Листаем и вниз, и вот здесь есть вкладочка такая, промокодик. И вводите, получаете халявную, по-моему, одну голду, а может две. А еще пополнению. Нифига себе. Короче, халява, да. Это всегда хорошо. Ну нифига себе. Так что, в какой режим идем? Давайте попробуем. Дабл? Черный, короче, красный. У тебя есть красное, черное, да, изеро. Нолик получается. Изеро. Давай соточку возьмем. И куда мы поставим? Так, подожди, смотри, сейчас подожди. Посмотри сейчас, что сначала выпадет. Сейчас давай, выпадет. Да, ну!
Зеро было, прикинь. Что, думаешь, опять красное? Красное. Так, сейчас. Попробуй, на черный поправь. Поставили на черный. Ну, сейчас надо просто чуть посмотреть. Поставил? Ну, вроде да. Да, надо просто чуть посмотреть вообще за игрой. Мы обычно, мы просто делали как? Мы смотрели именно, ну, несколько просто смотришь, как рулетка вращается. Что падает? Вот, сейчас. Красное упало. Два раза подряд красное. Два раза подряд красное. Еще можно на черное поставить. Сейчас можно дать. Ну, давай попробуем. Либо посмотреть, либо еще раз черное. Мне больше режим нравится колесо. Это где-то барабан огромный крутится, и там 2, 3, 5 и 20 икс. Я на стриме, прикинь, я на стриме, ребят, не пропускаем стримы, я поднял 60 тысяч голды. Вот, черное. Да, повезло, пролетело. Сейчас слушай, либо неплохо. Еще раз черное, либо, сейчас, скорее всего, красное дропнется. Блин, а мне кажется, красное еще. А давайте посмотрим, что сейчас дропнется. Мне прям интересно. Давайте ставить не будем, сейчас посмотрим, что упадет. Мне прям интересно стало. В комментариях, парни, пишите, какие режимы нравятся больше всего вам. То есть это тоже интересно почитать. Прикинь! Да ладно! Она очень часто упала. Мне, кстати, нафартило. Я именно на ноль поставил, и мне зафартило один раз. Да я ладно. Прям так и купился неплохо. Да. Ну, там чисто на везение. Типа, да, это такое везение. Я сейчас первый раз вижу, чтобы упало зеро. Ну прям. Я вот сколько раз играл, да, на стримах, и никогда не видел, что падало зеро. Я сейчас такой думаю, нифига себе. Ну, я на красную поставил. Ну, я знал, что будет красный. Я прям угадал, что будет красный. Итак, мы немножко приподняли, сколько у нас теперь баланс. Давайте посмотрим. У нас 900 голды. Имба. Давайте пойдем на мое вот это вот. Вот я люблю вот это колесо. Вообще габелло. Я знаете, как делаю? Смотрите, берем, допустим, 100 голды. Берем 3 предмета. И все 3 предмета мы ставим 2х, 5х и 20х. И по-любому, когда что-то стреляет, это либо в окуп. Смотри, 3х, 5х и 20х. То есть у нас сейчас будет либо окуп, либо супер окуп, либо в ноль. Либо в минус. Ну короче, что-нибудь, да? Что-нибудь. Блин, я в этот режим еще не играл, на самом деле. Интересно, как он работает. Ну, он прикольный, да. То есть барабан рандомно крутится тоже. Да, видишь. То есть я 60 тысяч голды на этом режиме поднял, чуваки. Просто я делаю всегда 3 ставки. Но сейчас, видишь, сейчас не упало. Вот, что это? Это упало 2х. Это вы просрали, да? Ладно, не всегда тактика не доработает. Ну ничего страшного, мы если что еще положим бабок. Давайте еще раз так сделаем. Нам по идее два раза поймать 20х, и у тебя аккаунт уже прокачан. Все, два раза ловим, аккаунт у Мансура сразу просто до небес поднимается. Давай, 20х, по-братски, 20х, поже. Ну. Я что-то вообще сегодня не наш день, что ли? Почему 2х опять упал? Хорошо. Что-то темпил, не дает. Я разозлился. Да все он сейчас даст. Да чуть-чуть, это все, блядь, да елки-палки, подожди. Не успею поставить, будет плохо. Надо ставить сейчас. Давай, дедуля, успевай. Че, дедуля, у меня пальцы толстые, еле успел. Еле дожал. Так, смотрим. И 5х по-братски, дай. О, все, 3х дала. А в смысле 2х дала? Елки-палки. Подожди, а что там 2? Подожди, 2х, что еще есть? 2х, 3х, 5х и 20х. Если 20, то вообще бомба. Так, ну я не хочу Мансура отпускать. Я предлагаю еще косарь положить, да? Что думаешь? Естественно. Все. Естественно. Итак, ребята, я Мансура просто так не оставлю. Косарь мы просрали, еще косарь положи. В принципе, минимум 3000 голды мы должны уже на аккаунт вывести, потому что если ты ложишь 2000 рублей стендов 2, то у тебя 3000 голды на баланс. Ну что, парни, давайте теперь вы подсказывать. У нас последний косарь. Я надеюсь, нам повезет, мы поднимемся. Реально. Пишите в комментарии еще раз, наверное, я уже говорил, не знаю, какие режимы вы любите больше всего. Я предлагаю в минера пойти, что думаете? Давай. Оставку. Сколько мин ставим? 20, по 100 голды. Серьезно? Одну угадал, забрал. Ну давайте так, 3 попытки сделаем, 300 голды потратим, типа, давай. И все. Окей. Раз тут мы прокачиваем Мансура. Мансур, брат, говори, куда? Какую циферку нажимаем? Давай второй ряд. Первая. Первая, вот это? Да. Скопировал чисто. Подожди. Не, я случайно. Ха! Блин, да было во вторую! Да. Ну давай, Ванечка, теперь ты. Я выбираю где-нибудь по центру. Вот, а центральный вниз одну. Понял? Понял. Не понял. Не понял, не попал. И, короче, я нажму. Я вот так нажму, глаза закрою. Оп, тоже туда же стрельнул. Блин, так. Короче, минер у нас не прошел успешно. Ну, я все же, блин, вот колесо, вот не знаю. Вот, очень давно здесь не было коэффициента x20. Я попробую сейчас бонусный скин сюда поставить. Каждый раз, когда вы донатите, вам дают бонус скин. x200, может быть? Ну, конечно. Нет, это x20. Не забывайте, ребят, проверять инвентарь. Ваня, блин, накаркал. Я? Ну, а кто? Так, давай, мы сейчас соточку делаем. Подтвердить и нажимаем 3х, 5х и 20. Имба. Let's go. Можно вот потом пойти, может опять на краш. Мы можем на краш потихонечку подняться, я думаю, и вывести голдишки 70. Тут просто, видишь, давно 20х не падало, и очень большие шансы, что будет. Видимо, вот, не упадет. Не, ну 3х упало, мы окупились, все. Поэтому, да. Поэтому, допустим, я так и делаю, что я ставлю, ну, делаю 3 ставки, да. Когда x2 падает, окей, мы просираем. Но когда x3 мы в 0, x5 мы 200 голды поднимаем, x20 мы, блин, ну нормально поднимаем. Это уже
это какой-нибудь керамбит скретч, наверное, упадет, я думаю. С 2000 голды. Скретч. Ёлки-палки, далеко. Давай. О, видишь, опять экстрим. Опять повезло дедуле. Ага, вы меня тут не слушали, я говорил. Так, еще раз мы делаем. Я просто наблюдаю. О, кстати, 15, 16, 17, 18, 19 человек поставили став. Прикольно. 20 человек поставил. Это типа тут видно, как они ставят? Что, да? А, да, видно. Лента есть такая специальная. Давай, X20, пожалуйста. Да уже оно один раз, если прожигает. А я говорил! А вы мне почему не верите? А? Имба. Сюда, на базу просто. И сколько у нас теперь баланс, блин? Вот не верите. Гав, это ветер поднес. Ну, не верили. У нас уже 2400 на балансе. Йоу, пары. Так, я предлагаю пойти в краш. Что думаете? Можно? Краш, бро. Магазин скинов какой будем ставить? Ну, давайте также по соточке возьмем. По 100 возьмем 3 скина. Подтверждаем. И так, что у нас было? 2,7, 1,7, 2,5. Ну, сейчас может 2 упасть. Игра идет, подожди. А, подожди, уже идет игра, мы не успели чуть-чуть. Блин, я хотел на 2 поставить, прикинь, тут уже 3. Если бы успели, мы сейчас бы заработали 200 голды. Ага, а прикинь, бы X5. А прикинь, вот так вот смотришь на краш, понял? И потом такой, блин, надо было вот тут забрать, надо было вот тут. 10x уже, алё, куда? 13, 14, 15, вы чё, тормози. 19, 20, это что такое? Ты это видишь? 25, алё. Ля, так. Прилетит до 35. Это капец. Уже 40. Ну всё, до 100x сейчас. Чисто мы залетим. Ты в курсе, что ты можешь не делать став? Ну, типа, сам нажимать, забрать. Ну, я знаю, да. Есть, ну, да, я могу на 3x, допустим, сам забрать. 10, но раньше да. забрать. Да, я знаю. Вы хотите так сделать? Можно попробовать. Сейчас на что поставил? На 5x я поставил. Сколько? Когда заберем? На короче, x2. На x2, да. 2,5. О, успел, имба, прикинь. Успел забрать. Давай еще делаем. Успел, я думал. Не-не-не, я успел, прям вовремя нажал. Я думаю, сейчас x3 будет. Что думаете? Нет, нет, 1,2. Забирай. Ну ладно, на 1,5 забрал. На лучше за сет сейвить, чем. Я же говорил, X3 будет, блин! Смотри, что творит, а? 75x ну, упало. Давай сам тогда следующую ставку. Да не, я не буду сам, мы типа тут втроем же паримся над аккаунтом Мансура. Сам, пари, 6x упало, офигеть. Давно не крашило, мне кажется. Ну смотри, сейчас может, блин, не знаю, до трешки, что думаете, или нафиг надо? Ладно, заберем. До трешки. Не, я полторашку забрал. Так, давайте посмотрим, сколько мы уже нафармили, мне прям интересно стало. Сколько мы уже заработали голдишки? Так, и что у нас? 2600, блин, немного осталось. Что, на дабл давайте сходим? Ну yes. Давай. Let's go. Мой любимый дабл. Ивантес, да, Ивантес, ребята, дабл. Купи 3 по сотке и не продавай их просто, я имею в виду. Вот они апнутся. Так, сейчас подожди, выше, что там было? Было черное, красное, 2 черных. Красное. Опа, тактики от Ивантеса. Тактики от Ивантеса. Внимание, внимание. Ребят, не забываем на Ивантеса, подписываемся, ссылочки в описании. Нифига себе, я тут что-то вообще ни разу не сказал за это. Блин, прикинь, было абсолютно. Подожди, его же ставь. Давай еще раз на красное. Выпадет черное? Ставим на красное. А зачем вы поставили, если будет черное? Подожди. Выпадет как черное, мы поставим на красную, лё. Это вот так. Брат, да, ну зачем так сделал? Че, куда ставим? Это тактика. Куда? Да на черное попробуй поставить. Ну давай, ставим на черное, давай, окей. Черное должно столько. Как у нас был баланс? 2600. Хоп, сюда. Опа, и черное. И теперь куда мы ставим ее? На красное. Смотрите, парни, сейчас будет zero. Или черное. Или слив. Или, я не знаю. Да, может еще раз прокнуть черное. А как эту копилку забрать, вот эту хрюшку разбить? Я вот эту вот сюда. Так, мы на красную уже поставили, да? Я бы ее сейчас разбил бы, если бы не выпадет. Пипец, блин, ну это специально так делается. Смотри, специально черное упало. Сейчас что? На зеленое ставь просто. Да не, на красную, думаю. Не, рано, ладно. Зеленое, рано. Кстати, второй раз было возле зеленого уже. Пипец, блин. Это жесть. Нам просто надо еще раз X20 на самом деле поймать бы. И мы бы уже сделали вывод. Было бы имба. Ты че, тварь, что ли? Это что такое? Че за хрень, блин? Если так, бы я сейчас поставил реально взял, туда, да. Это было бы жесть. Короче, у нас 2300. Погнали в этот, еще раз, в колесо. Ну да, я уже не знаю. Вот если мы сейчас поймаем X20, то, в принципе, мы тебе уже можем сделать вывод и пойти покупать тебе, получается. О, давно... А, блин, недавно было X20, да? Ну ладно, вряд ли сейчас упадет X20, но мы попробуем. Не, бывает такое, что 2 раза подряд X20. Бывает, я один раз видел, 3 раза подряд было X20. Такое тоже бывает. Пожалуйста, please. А почему я на айфоне пока время 9 вечера? Господи, как я это знал! Я это знал просто! Я просто угадал, пацаны, ну вы понимаете? Я просто знал, что это произойдет. И писяо, брат, мы тебе выводим голдишку и будем сейчас прокачивать твой инвентарь.
Вот видите, меня прокачивают. Если вы хотите так же, ставьте лайки, подписывайтесь, будьте активными, и вас 100% возьмут тоже, как и меня. Ребята, самое главное, мы сейчас выводим скин в инвентарь Мансуру, да, то есть, ну, сейчас мы голодишечку залутаем. И не забывайте, что у вас обязательно на сайте и в игре были одинаковые аватарки, потому что мне очень многие подписчики пишут: дед, блин, мне там не выводят уже сутки, потому что аватарки разные, поэтому вам не выводят. Потом в итоге, когда там это дойдет, это же типа, ну, капец, как долго будет. Брат, ну что, куда ты будешь тратить 4000 голды? Ну, блин, ножик, наверное. Да сейчас разбежался, я шучу, мы сейчас сами с Ваней тебе соберем, не переживай. Ладно, нож куплю тебе, какой ты хотел. А, подожди, так мы, если ты купишь нож, то это типа и все, что. Какой ты нож хотел? М9? Ну, скорпион он хотел, скорпион. А, да, скретч, да. Вот это, он говорит, люблю скорпион и скретч, говорит, капец вообще. Короче, ты хочешь себе, просто, если ты сейчас этот М9 байонет возьмешь за 3310 голды, а перчатки ты что, не хочешь себе, что ли? Не, сильно не хочу. А, да тебе хватит, в принципе, я думаю, вот на вот эти. Ну, давай, ладно, тогда вот эти купим. Как легко уломать, блин, ну ёлки-палки, нет. Там много, на самом деле, красивых ножей-то, кроме М9. Не, ну да, ты точно хочешь этот... А хотя нет, давай тогда лучше купим керамбит, Digital Burst, там он сколько стоит, вроде 2000, если я не путаю. Укри Digital Burst, да? Как раз там 700 голды. Не, керамбит. Подожди, Digital Burst? Да не, может, это Purple Camo, типа, Digital Burst. Ой, там, да-да-да, я перепутал. А, Purple Camo ты хочешь. Ну слушай, ну имба, типа, перчатки какие, говоришь, хочешь? Райдеры. Да. А, райдеры? Ну, блин, ну сейчас посмотрим. Ну, по идее, тебе сейчас придет 4000 голды. Я думаю, хватит. Там если запросики поставить. Да, я думаю, хватит. Ну да, там можно и по запросу поставить. А, еще и запросики будем ставить, нифига себе. О, наконец-то нам пришла голда. 4064. Ну, у тебя чуть больше было в начале, потому что это было 160. Нам пришлось купить скин, поставить его на вывод. Че, берем Purple Cup. А, берем. Ну, я запрос... 700 остается, нам нахватит на перчи потом. А я просто не вижу смысл ставить запрос, ну, типа, в вряд ли сольют, это будет очень долго. Так, давай попробуем. Сейчас посмотрим, сколько стоят перчатки. 1877. Ты хотел райдер перчатки, да? Ну да, я хотел райдеры, подешевле. А подешевле. Ну смотри, на райдер, в принципе, ты можешь поставить запрос, потому что это будет долго. Ставить запрос, ты как бы получишь себе, что захочешь. Чё? Короче, куда захочешь, потратишь тебе 1764 голды. Ребята, не забываем. Хотите попасть в прокачку? Подписываемся на канал, ставим лайк, подписываемся на телеграм-канал, на дискорд-сервер. В этом ролике обязательно на Ваню, потому что Ваня тоже прокачивает подписчиков же, да? Вот, верно. Вот, верно. С вами был Дед, Иван Тесс, Мансур. И всем пока-пока. Пока.